Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магика Доста. Подробно обо мне можно узнать на моем сайте, в шапке профиля, Инстаграм, Ютуб канал, Телеграм канал Аграфина Таро. Сегодня гадание по одной карте. Стоит ли вам обращаться за помощью какому-то? Это может быть врач, детектив, какая-то фирма. Получите ли вы там куда-то поехать, к чему-то научиться? То есть получите ли вы то, что вы ожидаете? Сотрудничество, от обращения с человеком. Каков будет этот результат? Ну, вы подозреваете, вам уже что-то не нравится. И этот человек вас разочарует. Может быть, не так ужасно все будет, но вы предполагаете, то, что вы предполагаете, какие-то проблемы, они такими и будут. То есть, грубо говоря, разочарует этот человек. Разочарует это обращение.